только гордость Москвы и рассчитывает эта сладкая жизнь, на сладкую жизнь все наши помолочные обручальные кольца. Для того, чтобы ваше изделие было как амулетом и служило талисманом, и оберегало вас от всех невзгод, непогод и ненасти, вашу семью. Мы постарались отразить в нашей коллекции все пожелания, пристрастия и вкусы, и тренды весны 2018 и лета 2018 года. Говорю на сегодня, что у нас, у ювелиров, мы делаем наперед чуть-чуть, как, ну не как в моде, да, там на сезон, а мы делаем вот именно в сезон, потому что есть свои нюансы, потому что доработки хотим. Опять-таки повторюсь, что восхищать. Главная наша миссия – это восхищать. Потому что именно ювелирная работа и ювелирное мастерство должно восхищать. Особенно нашего, получается, с вами отечества. Видимо, ну, Фаберже, Овчинников, этим нужно гордиться, этим всегда нужно приводить пример, то, что не было бы других. Мы всегда всю жизнь создавали тренды, именно как русская ювелирная школа. А мы как раз ее, да, несем это наследие и хотим сказать то, что пополняйте свои украшения именно нашим производством и нашими производителями. И если вы не нашли для себя что-то именно в нашей коллекции, вы бы мне об этом с удовольствием сказали, потому что я очень люблю критику. Критика и пожелания только усиливают нашу конкурентоспособность на этом рынке. И по традиции, еще раз повторюсь, то, что мы открываем неделю моды с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Нас уже 20-летняя, наверное, дружба с ним связывает. Очень был у нас знаковый проект создания совместного альбома. И наш бренд в этом году делает небольшую экспозицию с его самыми выдающимися нарядами. Она будет презентована во время недели моды. Будет 7 манекенов именно в нарядах определенного периода времени с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Добро пожаловать к нам, и спасибо то, что уже я многих людей знаю еще с дня основания недели моды, да. Большое спасибо, что вы нас всегда поддерживаете, всегда находитесь рядом. И самое главное то, что вы не забываете и помните, что есть такой прекрасный, как Estet Fashion Week, и, конечно, бренд Kevorkian, который на сегодняшний день является лидером украшений премиум-класса. Спасибо вам. Информация хотелось вам сказать, а самое главное, чем мы гордимся, забыла то, что в этом году, ну вот с конца 17-го, начале 18-го года, была выставка, которая была посвящена 50-летию Гохран России, это алмазному фонду, и наше украшение, 8 экспонатов, которые были представлены в алмазном фонде, и то, что это такой высокой оценки и такого действительно почетного звания только 6 ювелиров России были удостоены. И мы в действительности очень гордимся то, что да, там алмаз-шах стоит рядом, да, и наше украшение. Здесь не то, что я работаю в этой компании, а это то, что уже общепризнано, то, что 7 экспертов, независимых экспертов ювелирных, пришли к нам, отобрали украшения, которые представлялись в алмазном фонде Кремля. И вот из таких дорогостоящих украшений, которые как именно ювелирные, вот мы создали свой iPhone ювелирный. Вот вы сейчас впервые видите, да. Смайлики можно менять. Мы долго выбирали, долго боролись, какие смайлики можно оставить. Ну, так как я человек, который смотрю влюбленными глазами на жизнь и верю в то, что всегда больше в хорошее, чем плохое, и считаю то, что все мысли и намерения должны быть позитивны, потому что все в жизни бумерангом. Вот. И, конечно, это смайлик, который влюбленный всегда, но он еще вот по вебинару, по обучению, продвижению в Инстаграме, Фейсбуке дали такую статистику международную, то, что самый популярный смайлик. Первое место – это влюбленные глаза. Значит, ну, второе мы сделали такой нейтральный, вы можете здесь выражать свои тоже эмоции, тоже радоваться жизни, здесь можно менять. Здесь золото, рубины, черные, белые бриллианты. Вот так вот. Здесь вот такой вот, ну, игривый вроде бы кажется, но понятно, что мы все теперь смартфона зависимые, да, интернета зависимые люди. А также мой дуб тоже, опалы. У нас анималистика будет.
У нас сейчас вот мы готовим интересную с натуральным жемчугом, обыгрываем, и времена года. И, конечно, потом в дальнейшем, это к октябрь-сентябрь выставки, мы готовим талисманы на каждый, ну, как бы каждому, получается, месяцу, такие небольшие. Все увидите, да. Вот мы ничего не скрываем, мы говорим то, что... Вот еще соты, как видите, здесь.